Итак, все участники поедут на этом замечательном мотоцикле. Это BMW R1200 GS Rally. Так как мы ожидаем много приключений для гонщиков и мотоциклов, то BMW Motorrad установит на мотоциклы некоторые специальные аксессуары. Мы установим защиту передней фары, вот так, потому что когда вы едете в группе, возможно, кто-то перед вами будет кидать вас камнями под своего заднего колеса. Это защитит фару от повреждения. Если мы перейдем сюда, мы увидим защитные дуги. Благодаря им предотвращается повреждение головки цилиндра. Также к ним можно крепить буксирные тросы для командных задач. Или, если мотоцикл где-то застрял, вы можете привязать трос вот тут. Можно просто вытаскивать мотоцикл, ухватившись за дуги. Здесь у нас установлена защита головки цилиндра, которая предотвращает грубые и нехорошие повреждения головки. Здесь у нас стоит регулируемый рычаг ножного тормоза. Так что это действительно полезно, потому что когда мы катаемся большую часть времени в положении стоя в эндуро-ботах, то можно просто добавить немного высоты, и у вас появится действительно хороший контакт с задним тормозом. А вот это регулируемые подножки для водителя. Они удобны тем, что вы можете настроить высоту. Для высокого наездника их можно опустить вниз, а для низкорослого их можно поднять вверх. С другой стороны мотоцикла у нас установлен регулируемый рычаг переключения передач. Вот он. А это защита рамы от царапин. Вот тут у нас большая пластина защиты мотора. Это, конечно, необходимо. Большинство командных соревнований проходят в преодолении бревен, камней и больших камней. Эта штука реально прочная. Вот это задний каркас. Тут стоит крепление с мощной ручкой. Опять это важно при командных соревнованиях, чтобы можно было тащить мотоцикл за заднюю часть. Так, парни, вот тут у нас заднее сиденье, к нему крепится сумка. Ну, надо же с собой брать пару мелочей. Инструменты, аптечка, возможно, дождевик. Все это здесь, на заднем сиденье. Вы можете поместить все вещи внутрь. Главное преимущество, о котором большинство из вас знает, что если вы носите рюкзак, то весь вес на плечах. А если у вас эта штука, вы можете двигаться свободно, и у вас нет веса на плечах. Так, ну, это вроде все, что есть у нас на мотоцикле. Помните, что в зависимости от ваших потребностей, вы можете индивидуализировать свои собственные BMW R1200 GS. С помощью оригинальных аксессуаров BMW Motorrad. Для получения дополнительной информации следите за нами на gstrophy.com или Facebook или Instagram. В любом случае, до встречи в Монголии!